Сланцевской центральной районной больнице в 2013 году в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения отремонтированы помещения скорой помощи, детская поликлиника и хирургическое отделение. Мы благодарны больнице. Вот я год назад лежала, и сейчас чистота, порядок, отношения чудесные. С самого утра, как приходят и говорят, как вы спали, отдыхали, это очень дорогого стоит. Большое спасибо всем за такое отношение, за чистоту, уход. За счет фонда депутатов областного законодательного собрания и при содействии городской администрации произведен ремонт рентген-кабинета и закуплено для него новое оборудование. Здесь проводится рентгенография, рентгеноскопия и томография всех органов. Вот. Я считаю, что это очень большая помощь для обследования населения нашего района, потому что в нашем районе очень высокая заболеваемость и по онкологии, и по другим заболеваниям. Сланцевская центральная районная больница участвует в международном экологическом проекте по утилизации медицинских отходов. На дальнейший ремонт помещений и приобретение современного медицинского оборудования больнице безвозмездно выделена финансовая помощь в сумме 200 тысяч евро партнерами городской управы города Кохтла-Ярве и больницей города Идувиру, Эстония. Значит, хочу сказать слова благодарности депутату законодательного собрания Рыбаченко Владимиру Владимировичу и администрации Сланцевского района, потому что введение в строй нового рентгеновского оборудования – это всегда большие сложности. На эти же средства постарались приобрести мебель, чтобы в отделении все в новом отремонтированном кабинете было все хорошо, удобно и хорошо работалось как персоналу, так и удобно было пациентам.